Давай, я твоя вручить. Ебать, нихуя себе. Я чуть не обосрался, нахуй. Только скажите, что у вас не лагало. Я это заснял. Конечно, я, по-моему, обосрался. Ты что наделала, Аня? Ты что наделала, блядь? Шо? Трусы шукай мне нови. Ой, класс, он бегает. Привет. Ага, была бы ты там в вольере, он бы тебя съел. Это черный волк. Да, это черный волк. Волк, да. Блин, Кейс, давай волка заведем. Ух! Ух! Он тебя боится. Диви, він жопу себе бьет. Ой, они друг друга, да, укусил. Волки, охренеть. А ну побегай. Давай, поехали. Давай, развлекай их. О, видишь, как ему весело. А где ты этому научилась? А я просто дурачилась. Не, на самом деле мы как-то попали сюда, когда вообще никого не было, и им было скучно. Привет! Мы начали играться с ними. Волки, просто. Охренеть. Мы поднимали руки наверх, и они прыгали по забору вверх. А потом начали с ними бегать. На! На, держи. На, на. Вот. На, держи. Охренеть! Все, забайтил. Еще волк? А, вот. Там дальше их еще разные, и белые есть, и серые. Волки? Да. Класс. Канадский черный волк. Канадский черный волк это, да? Да. И то тоже они. Да, да, да. На, держи. Сюда. Иди, смотри на камеру, смотри на камеру. Держи. Смотри на камеру. Красивый. Прикол в том, что действительно волчат продают. Но мне вот интересно, когда они вырастают, что это происходит? Это она ёбкая, продают волкособов. Есть волкособы, это что? Да, это овчарка с помесью волка. Но характер от овчарки больше, а внешность от волка. Поэтому их продают, и их можно реально забирать домой и воспитывать как собаку. Ну, ручную. Прикольно. Мы как-то попали, когда что-то живого дали. Кролика. Ты, наверное, прямо оттуда, с вольера. Там же кроликов. Блядь, слушай, это он чью-то лапу хавает. Ну да. Ебать, а как это? Ну им дают нормальное здесь мясо. Мы как-то наблюдали. А что это он лапу хавает? Свинки. Похоже, свинки? Кстати. Да. Ну это свинка. Бля, круто. Короче, живой. Я тоже. Боже, ты его сейчас напугаешь. Шархан. Ух ты. Привет. Шархан. Ух, он рычит. Охренеть. Потерся его. Иди тоже так сделай. Он дышит в ладошку. Это так тепло. Да, тепло, сядь. Блядь. Минус рука. Шархан, иди сюда. Он всегда по кругу ходит. Он не останавливается. Он тупо туда-сюда ходит. Охренеть. Да. Вот и это он огромный вообще. Пипец, он огромный. Просто... А чего у него такие яйца маленькие? Он молодой, типа? Ой, а на что ты смотришь? Блядь. Шархан, спалился. Шархан, иди сюда. Смотри, он хвостиком вилял. Ты видела? Шархан, моя бубочка. Чего он перестал? Надоело. А ну, поделай палочкой там возле него. Ему палочка понравилась. Он даже хвостик поднял. Хесус! Подъем! Это не Хесус, вон там Хесус. Да, вот тот Хесус. А, точно, вот тот. Это Вика Картер. Блять, и он смотрит на нас. Римбон Хесус и сразу посмотрел. Ой, обиделся, смотри, обиделся. Он опять это делает. Шутеечку выдал тупо. Нормально, да, не смешно, не смешно. Там Диана говорила с ним, что типа, Хесус, ты не смешной? Ну, может, на пушке не слышно было. Смотри. Ты не смешной, Хесус. Пипец. Да, он так жестко это делает. Пойду с той стороны засниму еще. Яйца, чтобы было видно. А их нет. Кто так это смотрит? А что? Он без них. В смысле? Хесус, ты не смешной. Яйца нема. Блин, какие же они красивые вообще. Вроде же есть яйки. Вроде есть, а вроде и нет.
Что он хотел сказать? Я думал, что у них мордочки. Я думал, что у них мордочки. О. Ебать. А ну давай, бегай с ним. Кто быстрее? Ни хрена себе. Кто самый не смешной? Давай, бегай. Ты не смешной, Кеша. Ты не смешной. Не смешной. Смотри, забайтила его. Ни хрена себе. А ну бегай, бегай, бегай. Начинай бегать, туда беги. Класс. Слушай, ей надо этим работать в цирке. Ты мило. На тебе палочку. На, смотри. Давай. Ух. Давай вытяну. Фу, шо он живет? Ой, же всех кормят. 5 часов всех кормят. Нифига себе. Привет. Блин, красивая. Привет, красавец. Можно играть так палочкой. Оп. Оп. На. Класс. На. Спасибо. Они очень высоко. Блин, белые волки. А как они называются? Арктический волк. Ага. Арктический волк. Это они типа не с теплых краев. Вон еще один. Смотри, смотри сюда. Что такое? Это лисята? А, нет, это красный волк. Красный волк? Они какие-то звуки издают. Это вон они, видишь, кролик? А, это ты? Вон, кролик? Ебать, это ты? Сейчас я была. Видишь, пушок везде валяется? Да, кролик. Кролик сдох. Ебать, какие-то кролики. Это значит, сейчас львицы тоже кушают. О, слышали? Тихо, не бойтесь. Вот так, мое. Красный волк? Да. Охренеть. Вкусно кролика кушать. Оп, лапку тут. Короче, первые животные, которых мы смотрели, это им для еды выращивают. Походу. О, фенек тут. Ушастик. Да, этот ушастик. Ух ты. Вон, лежит на полу. А, вижу, да, спит. Ушастик. Там еще двое на полочке. Прикольно. Бакси, Бельгия, Сайд и Дели. Их здесь 4 штучки. Ага. Go. О, серый волк. А, это обычный типа, да? Считается? Ну, по идее, да. Серые волки, это обычные. Ёлки вон, видишь, стоят. Какой? Сибирский, ну да. Сибирский. На, держи. Держи, хавай. Ну, извини, но для тебя еду не продают. Он так смотрит, смотри, он смотрит на пушок. Да, кстати. На пушок смотрит. Он думает, что это кролик. Смотри, как хвостик. Видишь, как хвостик? Милаш, слушай. Класс. Ты зойка такой. О, еще смотри, один бежит. Они хотят кролика, они хотят кролика. Они думают, что это кроль. Прикольно. Да, эти как-то... Они поумнее как будто тех. Я вот показываю, они видят, ну, вот это вот. Они думают, что это кролик. Да, я близко. Их еще, походу, не покормили. Может быть. Ой, ты как хочешь. Блин, он такой. Зойка. Голодная, походу. Ой, ой. О, нифига. Ты что нас пугаешь? Ты что? Ты что? Ты что делаешь? Ты что делаешь? А? Кроликом, который на сумку цепляю, можно было дразнить их. Аккуратненько, да, аккуратненько. Очень. Они какие-то такие умные, ну это пипец. Красивые. Как ручные. Как собаки. Да, как собаки. Тени такие вообще. Зойки. У меня когда волчонок маленький был. Он такой милый. У тебя был волчонок? Да, у папы на хозяйстве. Охренеть. Ему, если кровавое мясо покажешь, он сразу выпирает просто и нападает, вот чтобы ему этого не стоило. Mm. Не, она очень она красивая. Она так смотрит. Она очень быстрее, красивая. Она просто пожирает взглядом. Вот видишь, хорошо, что я взял пушку, да? Давай оттяну ближе. Тигр. Куропатка. Да не, ну что-то типа... Смотри. Они же котики, они же играться любят. Охренеть, у него куропатка сверху какая-то. Нападать, да? Она еще живая? Да нет, вроде. Нет. Блин, да кстати, живая? На кормежку прикольно головы приходить. Нет. Угу. А я не вижу. Он с ней сначала играет, походу, ой, потом кушает, да? Ты будешь играть?
Ты будешь играться? Ты будешь играться? Ты же котик. Ты же котик. Да? Ты просто большой котик. Ты большой котик. Большой котик, который тебе голову может открыть. Ой, нетка открыта, да? Ой. Ух, смотрит как. Ни хрена себе. Надо с ним побегать. Мне кажется, он сейчас как раз в таком игривом настроении. О, ага. Игривая. Накаркала. Устал, все. Поиграли. Шуша. 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 Она устала. Что она делала? А, она, наверное, бегала за куропаткой, походу. Нападает, смотри. Что делает? Херак, нет, это тушка тупо кабана какого-то. А что это оно? Киса, а? Киса, а? Бенгальский тигр, да? Класс. Он, короче, играет, да? Откуда он тушку делал? Вон она упала там снизу. Он, то ребра чьи-то, а не куропатка. Да, он типа охотник же, ему сначала надо поиграть. А ну поиграй с ним этой штучкой. О, охренеть. Что тут играется? Что снимать? Я не знаю, что снимать. А что она жалуется? Ума. Слышно микрофон? Слышно, конечно. Конечно, слышно. Вот, смотри, какая. Почти как мучик орёт, только громче. Охренеть. Ну, лев внутри. О, он внутри. Он внутри. Да, он внутри. Мы сейчас можем зайти вовнутрь и посмотреть их всех через стекло. Он тупо их оплодотворяет. Куда? Сюда? Вот сюда, вот мы туда попадаем вовнутрь. О, так идем. Ух ты. Кстати, как вы ее бесили? Не, сюда, к нам беги. Ой, та ты шо, потягусечки. Вот у него яйца побольше. Да, у него яйца вообще. Прям как у меня. Твою мать, ужас. Ты говоришь? Я не хочу, чтобы это представлялось. Блин. Людвиг. Детям в школе. Людвиг. Программа школьная. Людвиг. Как? Людвиг? Людвиг. На, блин, держи, кушай. Большие, да? Кушай. Ой, ой. Ой, ты бойся. Зойко. Ой, давай тебя почухаю. Давай тебя почухаю. На, держи. Почухай. Сейчас чихнет. Почухать тебя. Попався. Так. Пима. И впадла за тобой бить. Да, она, наверное, поела и устала. Михуил. Привет. Мифаня. На. Здорово, Мижан. Ни хрена себе. Ой, блин. Сейчас мы здесь подходим. Да, это, кстати, они, блин, очень злые здесь почему-то. Злые? Да, они летом, когда были в бассейне, они по стекло били лапами, потому что они к ним подходили близко очень. Да прикинь, как их тут, ну, на самом деле, воспитывают. Я не могу увидеть, а зубы есть у него? Да, конечно. Мишаня. Да? Такой красивый. Вот лапа какая. Где? Э, ты что так? Они им по-другому нельзя. А что они хавают? Яблочко, бурячок. Ну что ты слепой? Давай я с руки дам что-то. Да. Сейчас, изи. Для контакта. Язык. Да, да. Это они так просят. Ну ты молодец. Он язык потерял. Никто этого не видел. Так, держи, вот тут выгребай. Сейчас новый дам стакан. Ку. А я с ним через трубу разговаривала. Он так дышит. Видно? Есть язык? Да. Да. Охренеть. Правда? Они даже палку сломали, кстати. Палку сломали. Он просто там языком так. Иди посмотри на ты. Отойди. На, будешь? Будешь? Попрошай. Попроси. Миша, попроси. Да, смотри, попроси. Какой. Кореглазый тупо. Попроси. Так, куда? Давай. Блин, реально как человек. Пипец. Ой, опять. Бля. Сейчас. Реально как человек. Глаза человека. Смотри, какой он огромный. Покажи язык. Я видела обычных. Бурый камчатский ведмедь. Во. Смотри. Браун бир. Тобита Куба. Куба. И как стрёмно к ним заходить убирать в Кстати, а как ему убирают? Наверное, ждут, пока они спрячутся.
Намного ближе к нам. Угу. Что, тут Хесус, да? Да. Блин, ну тут вообще прикольно. Ага. У них здесь зеркало, если не ошибаюсь, с обратной стороны. По-моему, ты ешься, если ты хаваешь кровь. Козочку? Он козочку съел? Да. Чё, реально? Видишь копыто? Это копыто? Да, это копыто. Пипец. Он такой чистюля, заметили, он все время вылизывается, он очень чистенький. Белый такой вообще. А как он может, вот ты говоришь, в крови, он же тоже писает и какает, почему он не желтый? Ну, он же на себя не писает. Вот прикиньте, какой он на самом деле смешной, когда вылизывает яйца. Ну, типа как кот выглядит просто. Ну да. Ну, да. Такой безобидный. Это что, черный ягуар? А. О, вот он лежит. Ой. Да, тут вот. Что, вот мэр чи шо? А что это? Лё, как лежит. Тут, походу, уже что-то было. Блядь, в смысле? Да. Что, умерла чи шо? Это не пума? Это ягуар. Она не умерла? Прикиньте, ее бегемот зовут. А, не, засыпают. Бегемот ее зовут? Ее зовут бегемот. О, как черный ягуар. Бегемот. Ну вот смотри, как твоя машина. Не, он видит, слышишь? Ух ты. Смотри. О, он как будто опять кролика увидел. Блять, в смысле? Они опять на кролика отреагировали. О, не обосрался тут. Блин. Жаль, что это было не на ширике. Боже, я это заснял, но тут не видно было, ну, всей картины. Слушай, у тебя с собой нету кролика? Бинтуронг. Это что такое? Бинтуронг. Бинтуронг. А вон он сидит. Ку. Так, ну он там что-то делает. Что-то он занят, короче. Бинтуронг. Ты не могла раньше сказать? Смотри, что происходит, пацаны. Гиеновая собака. Ну да, гиена. Пипец, гиены короля тупо захавали. Вот це я понимаю. Вот це контент. Хавают. Хорошо им. Ку. Братишки. Справа кролик. Там кролик. Блин, а тут кто? Смугастая гиена. Охренеть. Смотрите, куски. Куски прям вообще. Внутренности короля. Ёпа-мать. Живой кролик был. Охренеть. Убийство. Отдыхай, пожилые. Да им пофиг, они похавали. Походу. Интересно, что они хавают? Они тоже кроликов хавали. Да ни хрена они не кроликов хавали, быков каких-то. Посмотри на них. Им пофиг на все. Каракала нету. Что, сралась? Что там? Он боится. Ой, блин, на что я наступил? Кого боится? Её. Да смотри, тут хавка лежит. Да, да, да. Ой, ты что хочешь? Ты же собака. Это полосатый ген. Ой-ой-ой, не надо, не деритесь. Бля, хочу заснять, а ну. Ебать. Ты прикинь, они дерутся за хавчик. Правильно, это муж жену в будку загнал. Ага, ля как. Охренеть. Ну, они трахаться хотят. Бля, если они сейчас будут ебаться, я охуею. А, они смотрят, ну, типа камеры нельзя. Нельзя. А гиены это ж типа падальщики вообще, да? Да, они доедают только. Съела. Да, такое чувство, что там так привет. Возит, знаешь, это все. Привет. Так а кто сюда едет? Ну, блин, ты одно живот живой, как это красиво. Красиво. Когда охотятся, допустим, те же львы. Смотри, сейчас ухо отпустят. Когда охотятся львы, ты помнишь, что сейчас.
это мы все тебе засняли. Что там мы дохренища такого контентика засняли? Я заснял. Не иди сюда. Тупо боже, почему? Почему это не на стриме? Почему? А что ты делала? Я пряталась. Вот. Замути еще раз так. Класс. Привет, он тебя съесть хочет. Не знаю, мне что-то кажется, что они по-доброму это делают. Ага. Мы когда волков трогали, тоже вроде все по-доброму, а потом... О, смотри, дерутся. Братан, за хавку. Ага, за хавку, да. А потом оно как кинулось, я чуть не обосрался. И тигрица тоже. Или львица. Красивый. Леопард. Джой звать. Ему 2 года только. Ему только 2 годика, он сейчас обосрется. О. А ну еще бегай. Смотри, пришел. Ни хрена себе. Блять, очень красивые глаза. Привет. Боже. И он такой маленький еще. За 2 года он таким маленьким вырос. 2 года. Ага. Куда, блядь, я не успел. Киса моя, ну киса. Нихера он напал. Напал. Ебать, стрёмно. Ты это шо? Это леопард? Да. Это охренеть. Пантера? Пантера амурская, або пардус леопард амурский. Как ему сделать? Вот, на. Куда? Ай, какой живот прикольный. Ты чё влёгся, дурачок? Ты её ловить должен. Смотри, как он прям подпёр эту самую голову. Отдыхает. Смотри, видел? Отдыхает у вас, да. Прикольно. Он только что делал это, cool story bob. Да, cool story bob в натуре. Типа, бегай дальше. Ебать. Ты шо, дурак, чуть не усрался. На! Ебать, нихуя себе. Вот это кадры. Ой, класс. Опять на этого реагирует, видишь? На пушок. Да, Серёжа повезло с этим микрофоном. Просто звери тупо тащат. Мне кажется, этот ручной очень. Он так реагирует, да. Людей спокойно. Нихуя да, себе снимай, ручной, снимай, блин. Снимай. Подведи да, шоу, чтобы он кролика увидел. Видишь, он не может просунуть дальше. Да, вот. Давай. Блин, как мне его снимать? Смотри, как смотрит. Ебать! Че он там, ручной, говоришь? Ручной, блядь. У него так сразу когти с кучей вылазят. Ручной, блядь, говорит. Никим тоже на короля. Слышь, ты ручной? Ух. Единственная проблема, мы так и не нашли клетку собаки. Мы нашли саму собаку, а клетку мы, к сожалению, не нашли. Ребята, кто знает, где находится клетка собаки, напишите, пожалуйста, в комментариях. О, такой культурный. Обязательно. Мы поставьте лайк, колокольчик. И поставим собаку на свое место. Спасибо. Вот это вот классная семья волков. А еще раз. О, привет. На. Привет. Ой, смотри. Привет, красавица. Красавица, привет. Привет. Ебать, нихуя себе, шо. Слушай, мы сегодня на самом деле так много сняли, и драки, блин. Да вообще, ну, типа, это не просто всем привет, жираф, слон, все. Тут реально, ну, было интересно. Если бы был стрим, было бы топово. Привет. Блин, ебать, я их байчу на этого кролика. Короче, ребят, раскрою вам секрет. То, что я говорю, байтит всех хищников. Потому что микрофон с дохлым котом, ну, dead cat, пушок. И все, короче, хищники думают, что это кролик. Я им трясу, и они вот байтятся изи вообще на камеру. Привет.
высоко, да? Да, да. Они вот так вот, понял, они типа прыгают и назад. У этой с правым глазом что-то. Я понял, поэтому вот так сетка сверху. Ух, какая красивая, привет. Она кивала. Красивая, так красивая, да? Блин, тут цветочки. На, держи. Ой, класс. Боже, как же я их баечу, это пипец. Лапки такие, такие мягкие. О, жесть. Красота. Класс. Пипец, тут плачет. Привет. Ух, ух. А. Как собака. Вот этот и вот это почему-то плачут. Around you.